Добрый день. Нужно сделать ремонт комнаты. Привенчатый сруб. Что нужно сделать? Нужно снять вот эту фанеру. Здесь бревна зачистить. Вот здесь тоже фанеру убрать. Если какие-то щели будут, то загерметизировать пеной. Здесь сруб. Вот. С этой перегородки дощечатые тоже нужно снять вот эту старую фанеру. На потолке здесь у нас утеплитель такими белыми штучками. Возможно, потребуется квадратиками обшить все это. Значит, здесь эту стену мы там фанеру обои не стали обдирать, просто сделали утеплителем, минеральная вата, полиэстер, пленочкой для гидроизоляции. Здесь просто OSB обить. Соответственно, везде здесь все обиваем OSB. А стены здесь кривые, выравнивать их особо не нужно. Вот, то есть дом дает усадку. Соответственно, замена плинтуса. Частичное восстановление половой доски. Вот, здесь у нас тоже нужно отодрать и обои, и вот эту старую фанеру, и заново USB все сделать. В чем здесь сложность? Здесь вот эта вот побелка, штукатурка, возможно, ее тоже нужно будет отдирать и менять, потому что она ветхая очень. Вот здесь вот тоже нужно будет восстановить частично потолок. Вот с потолка, наверное, эту штукатурку отдирать нецелесообразно. Она нормально там вроде держится. Либо не отдираем ее, просто выборочно ее, ну, по состоянию, что называется, заделываем и как бы вровень здесь или сверху нее USB это кладем. Прикручиваем аккуратно. Дальше на USB чистовая отделка обоями. Вот здесь тоже плинтуса. Ну, печку трогать не надо, и она под снос. Ну, здесь небольшой участочек тоже нужно будет оклеить. Вот. Вот такой ремонт предполагается. Параллельно будем немножко вам помогать. Вот эту электрику старую, естественно, нужно будет убрать. Потом пустим провода другие. Тут еще будет новый счетчик висеть. Вот здесь прикрыт радиатор. В принципе, он теоретически снимается. Ну, можно за ним и не отделывать, на самом деле, на первом этапе. Вот, как бы освещение есть, вода есть. Материалы мы привезем. Сами выберем обои, USB привезем. Тут будет и длинные USB, и покороче. Вот, может быть, сами что-то частично. Окно в перспективе несрочно, а потом будем на пластиковое менять, но сейчас оно вроде более-менее, может быть, жена хотела его еще покрасить. Вот, но это примерный перечень работ. Отдельно, наверное, будет у нас заказ на установку новой двери вторым этапом. Вот, так что ждем ваших отзывов, можем по видеосвязи какие-то вопросы уточнить. Соответственно, предполагается, что там не просто, ну, то есть пыль, все нужно будет убирать, мусор, не знаю, складывать мешки, мы вам будем помогать вывозить. Работать можно с, не знаю, целую неделю, то есть здесь есть такая возможность жить на объекте. Нельзя. Большое спасибо за внимание.